Сегодня второй день работы форума «День сибирского поля», который накануне открылся в Павловском районе. Несколько тысяч человек уже посетили гигантский агропарк. В нем представлено более 500 единиц новой сельхозтехники, лучший рогатый скот и, конечно, человеческий ресурс. Сегодня агрофорум посвящен теме кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. На одной из площадок эксперты обсуждают развитие аграрного образования в Алтайском крае. Успешное достижение наших стратегических приоритетов зависит, конечно, от качества человеческого капитала, от уровня знаний и компетенций работников агропромышленного комплекса. Также на Дне сибирского поля медики проверяют состояние здоровья крестьян и рассказывают о возможностях выездной медицины. А вечером на главной сцене форума назовут имя лучшего тракториста среди сотен рабочих. В течение дня профессионалы своего дела будут вспахивать участки и завораживать зрителей фигурным вождением на сельхозтехнике.